Так, тогда давай, Сондра, давай карту, и мы будем начинать. В первом раунде... Вот как вот этот челик сбежал? Да... Как? Я прячусь. Меня уже не... Да меня и так не... Уже не кикает меня вообще. Ты у них сломались. Меня вообще не кикает. Не кикает меня, просто не кикает. Я не знаю, что там за читеры, но меня не кикает. Вот как. Чебурек, ты кто вот меня хакерит? Да ты достал уже, я постоянно вылетаю. Да что такое, я играть не могу, снимать видео. Меня просто кикает какой-то чебурек. Я здесь, здравствуйте. Круто. А вот там внизу это... Он достал уже! На кнопочку и смотрим. Так, я сейчас разберусь, что это за человек, и мы его забаним. Так. Я сейчас читера видел. Возвращаюсь. Да этот челик надо... достал, он меня сделай... просто постоянно кикал, и я все, я уже не хочу заходить. Очень, да еще у меня какой-то челик с незаритого меча убивает. И я в коробке, где я? Ой. Круто вообще. Дождь еще, вообще замечательно. Помогите мне. Есть оператор, и чтобы креатив всегда забирал. Вот этот челик бьет меня от зарядного меча достал. Тем более моего. Помогите, я подписчик забьет. Как же это тупо было. Круто, меня подписчики убивают вообще. Мне надо выходить. У тебя креатив? Да, ты читер! Да, он имеет креатив! Ну ладно, все, всем пока. Сондер, быстрее включай сервер! От него сейчас ничего не останется. Сондер, быстрее выходи! Все у них за тройные арбалеты! Выключай! Сондер, ты где? Всё, вот так. Всё, сервер был выброшен. Всё, теперь точно.